back to our studio, and we are very happy to have the current leader of the tournament, Alexandra Gajashkina. And to make it more exciting for everybody, her English is probably as good as my Russian, so I will try now to try to speak to her in Russian and translate for the audience in English. Саша, поздравляю с победой. Как тебе вообще чувствуешь? Потому что сейчас так хорошая турнир у тебя бывает. Это для тебя вообще, типа, вы угадала, что такой турнир так хорошо для тебя будет? Ну, на самом деле нет. Просто ты работаешь перед турниром и надеешься на лучшее. Okay, I mean, I asked her, like, if she would have expected to have such a great tournament until this point, like, leading in such an amazing way, and she basically just said that before this tournament she worked a lot, and that's how it happened that now she is in such a position. Of course, we have a lot of questions for her, so I will start slowly to ask, for example, like, who is with her in this tournament and who is actually helping her? Я увидела, что у тебя очень много людей с тобой в этом турнире. По-моему, я твой отец увидела, твоя сестра и тоже есть тренер. Для тебя это очень важно, что ты не одна бываешь в турнире? Ну, моя сестра тут, потому что она вот вчера закончила играть Кубок России среди детей. Заняла на второе место. Поэтому она тут не со мной, она тут отдельно. Окей. И отец, и тренер для тебя очень важны. Ну, ты можешь сказать, кто здесь тебе помогает? Это отец или это тренер, и кто это? Или это секрет? Ну, фамилии я называть не буду. Ну, те, наверное, кто здесь находится, знают. Папа, конечно, колоссальную моральную поддержку дает. Поэтому... Okay, she said like that she's here with her sister, not because her sister is here for her, but she's playing in the Russian, I guess, youth championship, and she just finished her tournament. I think she got the second place. And then her father, of course, always is with her and helps her. And of course, here she is with a coach, but she doesn't want to speak like about this in specifics. Следующий вопрос. Если перед турниром тебе вы пригласили... Если ты бы был доволен, удоволен с втором месте, ты бы согласилась или это для тебя не было достаточно? В турнире, в котором есть только первое место, конечно, нет. I asked her, like, if before this tournament someone would have offered her to finish second, which still, like, is an amazing performance, plus, of course, a lot of money, if she would have been happy with that. And she said, like, that since in this tournament only the first place counts, because this is the only way to challenge Xu Wenyun in a match, for her only the first place is what matters. Почему ты думаешь, что здесь для тебя более-менее, мне кажется, ты очень легко выиграешь? Ты думаешь просто, что у тебя в хорошей форме бываешь? Или это просто, что соперники тебе очень много помогают? Я бы не сказала, что я тут легко выигрываю. У меня закончились только две партии. Я закончила не последняя. Поэтому все мои партии там с двумя бланками. Никто просто так мне не проигрывает. И не сказала бы, что легко идет или легко что-то получается. Нет, добываю все, выцарапываю. No, I mean, I asked her, like, if she believes that she's winning rather easily because her opponents actually help her, or if it's just because she's in an amazingly good shape, and she said, like, she cannot really say that she wins here a game easily or not. It's just like that she's looking game for game, she's playing her best chess, and it happens that she's making a lot of points. Сейчас мне нужно... подумать, что дальше буду спросить. Ты очень много сыграла в последние три месяца, как я заметила. Так ты сыграла в Астана, потом в Скопье, потом Европейский чемпионат тоже среди женщин. Это для тебя важно играть очень много перед такой турнир, как здесь? Ну, на самом деле, сюда меня допустили, потому что отказалась. Фань, поэтому до последнего не было понятно, что я здесь играю. Поэтому как бы турнирный график строился до этого.
Okay, I mean, she was. I mean, I asked her like if it's for her important to play a lot of tournaments before this one, because actually she played in Astana. Then after Astana, she went to the European Men's Championship in Skopje, and after that she went to the European Women's Championship. And only more or less in the last moment she understood that she will play here, because Hu Yifan didn't take her chance to participate in this tournament, and that's why basically she didn't change her plans. И последний вопрос для меня просто, когда ты играешь в чемпионате Европы в Скопье, а потом чемпионат Европы среди женщин. Я очень, для меня было просто удивительно, потому что если ты так много играешь, ты уже, мне кажется, ты была чуть-чуть устала во время чемпионата Европы среди женщин. И, наверное, это будет хорошая идея была, если ты не будешь играла в Скопье, а только европейский чемпионат среди женщин, и попробуешь просто этот турнир выиграть. Возможно, возможно, нет. Okay. I asked her like if it would have been wise to skip maybe Skopje and try to win the European Women's Championship, because it seemed to me at least that she was already tired during the European Women's Championship, but she said like she cannot estimate that. I mean, for her probably it will not impact a lot to play a lot or not. I guess that makes reasons, because she is very young indeed and has a lot of energy. Okay, тебе спасибо большое. Тебе спасибо. Тебе познакомиться в этом студию, и желаю тебе, конечно, удачи здесь и удачи в будущем.